Всем привет, мы находимся в игорной зоне Красная Поляна в казино Сочи, и здесь проходит European Poker Tour. В общем, должно быть интересно. Давайте походим, посмотрим, может быть, с кем-то пообщаемся. Погнали. У нас есть уникальная возможность, мы можем наблюдать в естественной среде, вот покажите. Турнирный директор в естественной среде, смотрите. Привет, Артур. Привет, Леш. Давай начнем с того, что ты расскажешь немножечко про эту серию конкретно. Это турниры от компании PokerStars, наш большой партнер, EPT Open. На главном событии у нас гарантия 70 миллионов рублей. В общем, классный турнир, всем советую приехать, выиграть крутейшую пику такую. Маленький пик это на сайды и большую, такую тяжелую кубок на главное событие. В общем, я там сам бы совестно выиграл бы. Слушай, я, кстати, вот смотрел на кубки, а они, ну, из какого-то там с чем-то драгоценным или нет? Да, конечно, золотые. 5 килограмм золота. Да? Угу. Серьезно? Да ты шутишь. В казино Сочи столько должно быть золота. Да. В казино Сочи даже то, что выглядит деревянным, на самом деле золотое. Просто да. Покрыто деревом. Здравствуйте, я Нина. Вы массажистка, да? Да, здравствуйте. Я массажистка. Скажите нам, пожалуйста, как вот происходит вот весь вот этот процесс? Гость играет, садится поудобнее, мы ставим вот такую вот подушечку, он расслабляется, и мы делаем ему массаж шейно-воротниковой зоны. Можно почухать где-нибудь так, чтобы он карта пошла. Лена, привет. Привет. Скажи, как первый день? Первый день, ну, очень классно, очень много игроков, ну, как вы сами видите, зал практически полный, и второй турнирный зал у нас активно задействован. Кэшгейм тоже очень активный, он даже не поместился в кэш-арене, и он идет в турнирном зале тоже. А правда, что гарантия 70? Это правда, да, гарантия 70 миллионов. Прям вот? Прям вот, да, настоящих миллионов. Все серьезно, короче, тут не да, шутки, да?